Ровно в 6 утра сегодня по всему региону открылись избирательные участки. Большинство из них расположены в школах, есть в домах культуры и административных зданиях. Многие наблюдатели уже отметили высокую активность избирателей. Некоторые пришли первыми, стремясь поскорее отдать свой голос. Первыми на избирательный участок номер 26, расположенный в здании средней школы номер 24, пришли, как правило, пенсионеры. Люди, которые особо переживают за судьбу страны, будущее своих детей и внуков. Еще до открытия участка под контролем наблюдателей здесь еще раз тщательно пересчитали все бюллетени, проверили опечатанные урны для голосования. Подготовка была проделана большая. Мы готовились к этому дню. У нас работает сегодня мобильный ЦОН для того, чтобы, если человек пришел и не знает, какой его участок, он может обратиться в мобильный ЦОН, ему дадут определенную информацию, где он проживает, и тогда избиратель может проголосовать либо на нашем участке, либо на том месте, где он прописан. Также у нас сегодня есть первые голосующие. Это те люди, те избиратели, которым исполнилось 18 лет. К ним мы особо готовились. Мы готовили им небольшие сюрпризы, потому что все-таки первый раз участвовать в голосовании – это большой праздник и большой престиж для человека. Поэтому к этому человеку особое внимание. Также особое внимание мы уделяем нашим аксакалам, которые, встав рано утром, пришли на избирательный участок для того, чтобы проголосовать. Их тоже ждут определенные сюрпризы. Ну, я думаю, что комиссия у нас отработает сегодняшний день хорошо, потому что все в первую очередь нацелены на хороший положительный результат в работе. Люди все с удовольствием пришли на работу в этот день. Каждый стремится исполнить свой гражданский долг и с чувством особого патриотизма, потому что, еще раз повторюсь, мы сегодня не просто проводим выборы, мы сегодня избираем главу нашего государства, с которым нам жить, творить, идти в будущее. Поэтому выбор нашего президента зависит от каждого из нас. Каждый должен отдать свой голос и каждый должен решить, кто будет править нашей огромной страной под названием Казахстан. Всего в списках избирателей на данном участке числится 2475 граждан. Надо отметить, что здесь созданы все условия как для голосования, так и для людей с ограниченными физическими возможностями. Пандусы и кабинка для голосования, и компьютеры для слабовидящих и слабослышащих граждан. Каждый проголосовал за своего президента. Новые новшества были. Ну что еще? Да, в общем-то, все, чтобы был мир на земле, самое основное. И многое зависит от президента в любом случае. С пенсионером больше добавили пенсию, наверное. Ну и молодежи тоже. Работа была, чтобы у всех. Я считаю, что каждый гражданин Казахстана должен отдать свой голос за своего кандидата, за которого хочет он проголосовать. И потому что президент это, ну как сказать... От него все зависит, как выберешь кого. Куляш Умурзакова, Азат Байтимир, 77 News.